выбрали образ мема ждуна, который ждет. И вот мы как бы превратились в ждунов. Люди с инвалидностью в Кыргызстане ждут, все время ждут. И вот мы ждуны, сидим здесь возле подземного перехода, где был построен подъемник, но уже он третий или четвертый год не работает. И вот мы ждем когда этот подъемник начнет работать. Сегодня выбрали именно это место, потому что, например, вот эти подземные переходы, они уже долгое время не работают. И как вы видите, вроде бы установили вот эти подъемники, но они по-прежнему не работают. То есть они все сделаны для галочки. И мы вообще говорим, что по Кыргызстану на сегодняшний день у нас существует огромное количество проблем. В Кыргызстане проживает более 200 тысяч людей с инвалидностью. И все они сталкиваются с повседневными сложностями и трудностями. В первую очередь это доступная среда, это трудоустройство. Это вообще активный образ жизни, чтобы люди с инвалидностью могли свободно и комфортно чувствовать себя в нашей стране. И мы тем самым образом, одев костюмы ждунов, призываем наше общество, наше государство обратить на проблемы людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью в Кыргызстане имеют как бы одинаковые права, но реализовать мы их не можем. Для нас не созданы возможности, чтобы мы, как и все другие люди, воспользуясь правами на образование, на трудоустройство, правами просто свободно ходить или заходить в какое-то учреждение, право пользоваться общественным транспортом.